Карачаево-Черкесии продолжается реализация федеральной программы благоустройства общественных территорий. Так, на некоторых объектах Черкесии работы подрядных организаций уже начались. За первым этапом преображения мест массового пребывания населения наблюдал Артур Мхце. Так, в конце года будет выглядеть территория в центре Черкесска по улице Красноармейской. Проект благоустройства одного из наиболее посещаемых мест в региональной столице поддержали на всех уровнях. И теперь аллею ожидает кардинальное преображение. На данном участке у нас планируется выполнение работ по ремонту прогулочной зоны порядка 400 метров. Будет также восстановлено и уложено новое плиточное покрытие порядка 4500 квадратных метров. Также будут проведены работы по озеленению и установлены урны и лавочки новые. Кроме того, на аллее между улицами Кооперативной и Кавказской проектом предусмотрена установка 250 фонарей. По словам представителей подрядной организации, здесь установят три зоны отдыха и площадку с тренажерами. Большое внимание будет уделено и маломобильным гражданам. Все объекты сделают доступными для различных категорий населения. Еще одна популярная у жителей Черкесска территория – фонтанная зона перед городской администрацией. Здесь тоже запланирован довольно большой объем работ. Сооружение было установлено в 2010 году и, по словам представителя городского управления ЖКХ, давно нуждалось в обновлении. По смете, значит, это у нас замена канализации, замена водоподводящих путей, ремонт насосной системы, ремонт освещения, замена плиточного покрытия. То есть, ну, приведем в соответствие. Тем более было много нареканий со стороны как бы граждан города. Тут место такое популярное, особенно в летнее время, детей много. То есть все это приведено в надлежащее состояние. По договору, значит, завершение работ у нас 20 августа. Это лишь часть объектов, которые будут благоустроены в региональной столице в нынешнем году. Артур Мхце, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия.